Здравствуйте. Здравствуйте. Так, представьтесь, пожалуйста. Елена Юрьевна. Полных лет вам сколько? 26. Меня зовут Юлия Анатольевна. Я буду вашим лечащим доктором. С этого начинается рабочий день Юлии Пахомовой. Обход, наблюдение за пациентами, общение с родственниками. Врач неврологического отделения работает в Химкинской центральной клинической больнице больше 13 лет. Лечит пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Помогает восстановиться после инсульта. Знания не только по неврологии, нам требуются знания по другим специальностям. И, в принципе, выявить причину, локализацию поражения нервной системы. Это всегда задача для врача, достаточно бывает сложной задачей. Одна из самых сложных задач – нейросаркоидоз. Заболевание редкое, поражает не только нервную систему, но и другие органы. За всю практику Юлия встретилась с одним таким пациентом, лечение прошло успешно. За прошлый год в отделении вылечили 1600 пациентов с неврологическими заболеваниями, как из Химок, так и из других муниципалитетов. Отделение признали одним из лучших в городском округе. Есть все необходимое диагностическое оборудование, чтобы вовремя установить верный диагноз. Отделение у нас развернуто на третьем этаже, это 30 коек суточного стационара, и также на шестом этаже у нас располагается 6 коек палаты реанимации интенсивной терапии. В больнице 7 операционных, 5 плановых и 2 экстренных. За день врачи оперируют до 20 человек. Реабилитацию пациентов ведут в отделении анестезиологии и реанимации. Сюда же отправляют людей с патологиями. Работу врачей Химкинской больницы высоко оценили коллеги, но без современного оборудования было бы сложно. Перед вами находится дыхательный аппарат, это современная его модификация. Получили мы этот аппарат и в конце прошлого года мы практически полностью обновили наш парк наркозно-дыхательной аппаратуры. О здоровье заботятся с детства. Помогают врачи детской поликлиники номер 2. Учреждение обслуживает около 8 тысяч юных химчан. У нас проводится в нашей детской поликлинике диспансеризация за 2 часа по проекту «Добрая поликлиника». Также у нас есть сестринский пост, также у нас есть справка ШАК-1 и кабинет неотложной помощи. Высокая квалификация и внимание к пациентам здесь на высоком уровне. Показатель этого – довольные дети. Ты боишься врачей? Нет. Я их всегда обнимаю. Сейчас вышли от доктора. Настя довольна, да, Настя? Угу. Нам подарили раскраску. Неврологи, хирурги, педиатры, рентгенологи – люди, которые день и ночь заботятся о нашем здоровье. 16 июня все эти специалисты отметят свой профессиональный праздник – День медицинского работника. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.